Генос, а это еще что? Мастер, это люди, которые смотрят наше видео, но по какой-то причине не подписаны на наш канал. Думаю, если мы их попросим, если им напомним, они обязательно подпишутся. Ладно, погнали. Понял. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. One Punch Man, 196 глава. Несокрушимая твердыня. В пылу сражения пробуждается зло. А вы упертые? Как же сложно контролировать выстрелы так, чтобы убивать в приятном для души ритме. Но как бы там ни было, это отличная тренировка. Ведь начиная с этого момента, мне предстоит убивать миллиарды людей. И будет паршиво, если это занятие мне быстро надоест. Учитель! Продержись еще немного! Он увидит, как быстро мой меч выходит из ножен! Телепатический меч? Верно! Солнечный диск живой. Он оценивает сердце своего хозяина и решает, давать ему силу или нет. Если он тебя не признает, ты не можешь даже вынуть его из ножен. Ха-ха-ха, легендарный меч, который передавался из поколения в поколение, сейчас в такое трудно поверить. Словно сказка какая-то. Меч понял, что я взялся за него. Он изучает мое сердце. Ответь мне, солнечный диск, что бы тебе ни понадобилось, мое сердце или душа, прошу. «Одолжи мне свою силу!» И тут в его голове промелькнул образ его соперника по учительскому мастерству Бэнга. Если состояние духа Бэнга напоминает горный поток, то атомный самурай духовным обликом походил на зеркальную гладь воды. И когда сквозь тишину перестали доноситься звуки взрывов, а концентрация достигла запредельного уровня, солнечный диск ответил на зов. Монстрификация? Как-то ты изменился. Нет, все дело в этом мече. Что ж, позволь мне сломать его. Разрезал руку моего 12-триллионного тела? Неужели меч настолько слился со мной? Он почти полностью смог мною завладеть. Похоже, у этой силы есть свой лимит. Сейчас ты за это поплатишься. Яй, бери пружинящего уса и беги отсюда. Полагаю, это был ваш последний козырь. Сейчас я прихлопну вас одного за другим. Так что лучше сразу вставайте в очередь для удобства. Этот звук. Кинг! Кинг, на
наконец-то пришел сразиться. Вот черт! Говорят, он разнес многоножку старейшину с одного удара. Проблемный тип. А? Неужто Кинг? Да. Ну, ничего не поделать. Погодите-ка. Если это Кинг, то за него точно не стоит переживать. Наверное, лучше просто зачистить после него ошметки этого черного роя. Чё зыришь на нас такой самоуверенной рожей? Давай сразимся! Будет офигительно, если мне удастся отлупить сильнейшего человека в мире! Погоди! Спешка неуместна! Ведь перед нами сильнейшее оружие Ассоциации Героев! Кинг подобен несокрушимой твердыне! Его стоит опасаться больше, чем Тацумаки в полном боевом режиме. Нападем на него все вместе. Ух, ё, мне кранты. Что я вообще творю? Я вышел сюда, так как Генос оказался в критической ситуации. Но это не значит, что я могу его спасти. Ёлы-палы. Эй! Он сейчас посмеялся над нами? Думаешь, раз ты намного сильнее, то можешь смотреть на нас высоко, а? Чего? Да у меня и в мыслях такого не было, идиоты. Как бы сделать так, чтобы вы об этом забыли? Ну какого хрена? У них проблемы с самооценкой, что ли? Из-за громкого имени ко мне в противники постоянно набиваются самые отпетые монстры. Стало быть, вот и пришел мой конец. Если бы тут был Сайтама... Да ты ж, блин, что еще за четырехкратная комбо? Разве это не нарушение правил, а? И вообще, где его черти носят? О, Кинг! Сайтама! Кинг! Отлично, теперь победа у нас в кармане! Господи, помилуй мою душу!